Ну что ж, друзья, всем доброго дня. У микрофонов сейчас Dead Angel и Тафа. Ну, как вы заметили, Бурки сегодня нет, у него выходной. Dead Angel, тебе здравствуй. Тебе здравствуй. Слушай, Dead Angel, вот перед началом сегодняшнего дня, вот я бы, наверное, хотел бы, знаешь, для себя немножечко напомнить вчерашние матчи. Ну, я напомню всем нашим зрителям, друзья, что вы смотрите прямую трансляцию Golden League, конечно же, Wargaming.net лиги. И сегодня у нас очередные матчи 8-го тура. Карта «Утес», и пока, вот уже нам подготовили, кстати, сегодняшние матчи, давайте я быстренько о них поговорю, а Dead Angel расскажет нам чуть-чуть попозже, как же прошли вчерашние игры. Все-таки стартовал впервые «Утес» у нас в лиге, и мне, допустим, интересно, как же проходили матчи, и что были за сетапы. Итак, сегодня, друзья, первая игра, которую мы вот-вот ждем, которая совсем скоро начнется, Smoking Aces против LoL Team 1, очень интересное противостояние, многие, вот как пишут в комментариях, кстати, друзья, не забывайте, vgleague.ru, новости, Golden League, 8-й тур, продолжение, пишите комментарии, я их оттуда буду зачитывать. Так вот, как писали в комментариях, вот в основном люди ожидают борьбу в первом матче, а вот говорят, что Гра просто разнесет Лобстеров, как и Ньюстар разнесет Павер. Что ты думаешь, Dead Angel? Ну, возможно, люди и правы, но все-таки, я думаю, будет напряженная борьба, все-таки последние бои Лобстер показывали, что они имеют зубы, клешни и прочие опасные вещи у крабов. Ну, тузы, в принципе, в последнее время набирают обороты. Лол, мы видели, что умеют зажигать. Я думаю, они будут продолжать зажигать. Ну, Павер против Ньюстар, в принципе. Я думаю, Ньюстар будет сильнее, ведь в последних матчах они показывали свою силу. И на протяжении всего сезона они показывают отличную игру. Да.